Государственная Дума России. Теперь вы покажите ваше удостоверение. Пожалуйста. Да. Как фамилия здесь? Сапожников. Сапожников? Владимир Семенович. Сапожников. Запишите. 0-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 
Приехал. Значит, вызывает, я вам ставлю в известность, что вы немедленно должны мне вызвать начальника УВД, начальника ФСК, сюда ко мне на вот сюда встречу. После встречи я буду с ним разговаривать. Немедленно, сюда ко мне. И поставьте их в известность, что дни Степашина сочтены и Ерина. А потом я вам буду срывать погоны. Вы будете, будете. И пенсии у вас не будет, и погон не будет. А чем вы занимаетесь произволом? Ходите как бандит здесь и говорите, не буду, не хочу. Кто вам так позволяет вести себя? Вы подонок, понимаете? Вы подонок. Вы герб снимите. Герб снимите, подполковник. Снимите этот герб, подлец. Нарушаете власть, нарушаете закон. Конституцию, негодяй такой. Подлец, бандит, убирайся отсюда. Пошел отсюда вон. Бандит такой. Это бандит, а не милиционер. Должен заниматься властью, а ты чем хочешь? Шатаешься. Тебе купили меня? Купили тебя? Подлец такой. Это называется власть России. Негодяй такой. Там еще один проходимец одел фуражку. Вы приходите, бандиты купленные здесь. Видите, ваша власть какая? Все распределю за ваше все. Все, он уже забыл, кого он должен защищать. Выкини его вообще. Отдайте ему обратно. Подождайте, в смысле, впереди мигалку. Не за вашу мигалку. Из-за.